Решение проблемы есть. Участковые инспекторы милиции Солигорского РОВД осуществляют еженедельные приемы граждан, которые проводятся в общественных пунктах охраны правопорядка. Все желающие могут обратиться к правоохранителям по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. По средам с 10 до 13 часов в сельской местности, с 17 до 20 часов в городе. Именно среда – общий день приема граждан участковыми инспекторами милиции. В общественном пункте охраны правопорядка по месту жительства всегда готовы выслушать, оперативно решить имеющийся вопрос, защитить законные права и интересы. Это сделано для удобства граждан, ведь застать участкового на рабочем месте порой бывает трудно, а ехать в райуправление далеко и неудобно. Информация о том, кто является вашим участковым инспектором милиции, где находится его пункт охраны общественного правопорядка, вы можете узнать на различных интернет-ресурсах. Также информация размещена на разных стендах, местах массового нахождения граждан. Польза от подобных встреч еще и в профилактике. Помимо обстоятельного разговора, участковый предостережет обратившегося гражданина от действий аферистов, напомнит об деятельности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Люди обращаются с различными проблемами, от раздела имущества до выселения людей, а также иными бытовыми вопросами. На профилактическом учете, как бытовики, состоит 3 человека. У меня регулярно их посещаю. Сейчас вот был у нас проведен комплекс мероприятий, направленных на предотвращение противоправного поведения граждан. В связи с этим все участковые посетили всех своих профилактируемых лиц по несколько раз. Это действенная мера, потому что если человека посещаешь редко, то и он забывает о том, что есть у него помимо непосредственных прав еще какие-то обязанности. Это трудоустроиться и участвовать в жизни общества. У нас в штате 22 участковых. Я вам могу сказать, что я лично горжусь, что я работаю в Солигорском РОВД. За каждого сотрудника, который ходит вместе со мной, мне не стыдно и готов с каждым плечу идти к выполнению поставленных задач. 27 лет, ровно столько Виктор Молочко служит в рядах милиции. Всегда требовательный и внимательный к проблемам граждан и справедливый. Виктор Михайлович заслужил уважение руководства и доверие жителей веренного ему участка. Я обращалась в конце сентября к органам, то самое, к участковому в частности. Была проведена работа профилактическая с моим мужем. До сих пор вот участковый приезжает, профилактику проводит, беседы проводит с ним. Пока все нормально, слушает. Так что все нормально, работает. Огромное спасибо Молочко Виктору Михайловичу, что он, вот когда они обратились с какой-либо, даже не обязательно по семейному или что-то где-то, он всегда даст полезный совет и поможет дельным словом и советом, в общем. На участке Виктора Молочко находится 28 населенных пунктов, где проживает порядка 2500 человек. В обязанности участкового инспектора помимо приема граждан также входит оказание помощи в трудоустройстве обязанным лицам, инструктаж по технике безопасности на рабочих местах, осуществление проверки заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Я люблю свою службу, потому что я знаю, что в городе Солигорске самый настоящий боевой коллектив. Через 2 месяца будет 48. И всю жизнь я свою посвятил служению, народу и милиции. Поэтому для меня Солигорский РОВД – это, негромкие слова, это мой РОВД. Хотелось бы поздравить коллектив Солигорского РОВД, ОПП, с данным событием, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия –